Кино не надо делать из этого. Подожди, ну чуть-чуть есть же. Не, ну просто я согласен с иронизмом. Иногда нужно вовремя остановиться. Стоять, главное, смотри. Нет предела совершенства. Это румяна, не надо обманываться. Это, ну румяна, вот я вижу румяна. Человека, что у него здесь есть. Я не могу не добавить. Серега, это же грим. Серега, зачем ты? Конечно. Румяна на щеке положил. Такой образ. Ну и, кстати, мне кажется, у него скула вот не так под 90 градусов. Слушай, знаешь, что у тебя не так? Ты вообще стоишь с другого ракурса, как ты можешь оценивать? А, нет, все правильно. Не, ну рили. Правильно, ну рили. Ну рили означает, что ты прав. Ну рили. А, кстати, я следовал совету и скрыл ухо. А чей был совет? Он так и было, вот так. Нет, все равно внизу. Пол уха было. Нет, все равно, но он как бы так уже не так заметен. Ну, это знаешь, была тень. Нет, оно с этой челюстью, оно коррелирует. Я сейчас воткнул вам это в ногу просто, карандаш. Радуйся, что в ногу. Ой, а что это? Где? Вот он, Прохор Шаляпин-то, Серег. Да, это я и был на самом деле. Я сам делал, сам лично. Сергей рассказывал, что там, где у тебя Прохор? И статус-то надо поднимать. Какой волосяной воротник? Сергей вместо Прохора выступает на мероприятиях. Смотри, как волосы прорастут. Ласковый май. Прям самый. И вторая шея. Вторая шея у тебя? Видишь, вторая шея? Вторая шея у тебя? Тынц-тынц. Вторая шея у тебя. Раз, два, две шеи. Или третий подбородок. Нет, вторая шея. Ребят. Да, что? Вот правильно говорят, что надо заканчивать работу. Вовремя остановиться, мы уже слышали. Да, да. Мы уже не остановились, то есть, понимаешь? Любое произведение должно быть немножко не закончено. Согласитесь, что вот это темное, слушай, да, мы реально темное это воротник. Лучше, то он потом... Ну, когда замучен, немножко так нерв, произведение нас, иногда нас, может быть похож на Дракулу. Наш он на Дракулу похож, замучен, да? Воротник такой. Воротник. Или старых мастеров. Старая школа. Клычки нужны. Тот самый кайф. Здорово, лучше становится. А лучше становится что? Мастерство покрыть. Мастерство, вот рили. Я чувствую. Все включено, обучение. Я чувствую, как я остановлюсь просто. Следующий портрет Славы. Спящего. На унитазе. Почему на унитазе? Вот этот, извините, вопрос. Такая плохая еда была. Да, да. Ты видел здесь где-то унитаз? Вы видишь. Такие, часто эти... супруга на унитаз спать отправляет. Я бы на месте супруги помолчал на эту тему. Слушайте, знаете, что когда он так себя ведет, я всегда отправляю. А что, а как плохо себя ведет? О, смотрите, я же чувствую, что я гений сосен. Смотрите, мне кажется, мне надо... Гений сосен? Смотри, как... Сосо. Сосо гений, да, сосо, да. Сосен. Это же гениальная сосна. Сосик гений. Я чувствую себя Ван Гогом. Ван Гоги ты, да? Ван Гоги. Или Сосик, или Ван Гоги. Ну, что? Не, ну посмотрите, ну правда. А, вы с другого угла смотрите. Мы вообще с другого угла леса смотрим. Ладно. У тебя пленка не закончилась? Нет. Я бы сказал так, ты пленку не засветил случайно? Чайки проснулись, они нам спать не дадут. Прилетели там. Ой, Андреалу, нерп не видно? Не видно. Уплыли нерпы, смотри. Мы им не дали тунца, но я говорил, надо было дать тунца нерпу. Они бы вышли, посидели бы у костра с нами. Слегка вот замученный хвост превратился в очень замученный. И можно чуть-чуть так оттенить, вот, оторвать от фона. Так вот, слегка. Серегу отрывать от фона.
вдруг он... Да, легким штрихом вот так вот. Мы за 7 месяцев должны с девушками, которые вообще не рисовали, я их должен научить рисовать и портреты, и фигуру, и натюрморты, и пейзажи, и орнамент, учитывая композицию, то есть там просто космические масштабы, ну как-то справляемся. И поучаствовать в выставках, и занять еще какие-то места, и сделать эти украшения. Класс. И элементы боди-арта, в общем, и лепки. Ты чувствуешь эту ветку сосны? Вот. Уже так потихонечку. Тут и пейзаж уже, и портрет. Конечно же, и пейзажик. All in. Все включено. Вообще, на самом деле, ты себя почувствовал, то здесь у тебя прям, ну, надо затемнять. По идее. А вы не делаете поправку на то, что меняется уже? Освещение. Мы делали рисунки такие застаренные. Об землю терли, там капли, кофе какие-то. Да. Как вот эпохи Возрождения. Квадрачанту. Да? Застаривали. Там еще не привезли. Чаем тонировали. Чаем. Чай, не... а, чай, да, уже. Китайцы, по-моему, рисуют чаем. Первый тростник затачиваешь и пишешь им, рисуешь. Интересные рисунки получаются. Обычный тростник. Андрюшка медитирует. Андрюш, йога? Йога, 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 йога. Можно, кстати, всем устроить какие-нибудь с утра совместные техники. О. Ну что, все, давай сделаем что-нибудь. Иду сам. И в огонь, да? Мне просто кажется, что если здесь будет... Сжигаем. Оп. Ну, аутодафы мы не будем устраивать. Здорово. Вот так вот, чтобы сразу, не имея особо навыков, как я понимаю, здесь что-то, темновато, да? Правда. Не знаю даже. Здесь что-то темное. Наверное, что-то, да.